что, друзья, вот и добрался я на родину предков. И сейчас вот здесь, вот на этой речке, которая называется Судость, вот тут старый затонувший мост, вот там свои, а глубинища здесь просто немеренная. Я займусь охотой подводной. Ну вот, сначала поныряю, поплаваю. Ну, вы не увидите глубину, вот я смотрю здесь вниз. И тут видно дно, но оно на глубине 4 метра, а может и больше. Здесь просто прозрачность фантастическая. Я люблю эту реку. Чище рек, чем это, я вообще никогда не видел. Ну, а смотри, подвохи поймут меня. Посмотри, какая красота. Построили новый мост, а это остатки старого. Кого там можно найти? А? А вон Хусейны. А вообще я нахожусь на границе с Украиной. Чуть-чуть подальше сзади меня, туда несколько десятков, ну сотен метров. И украинская граница. Вот так вот, друзья.